Так быть не должно. Почему симулятор жизни в Хогвартсе превратился в симулятор настройки графики? Я не понимаю, как при такой графике, она тут, мягко говоря, не выдающаяся, игра отказывается держать стабильную кадровую частоту. Она мне нравится, но я не могу в нее играть, и теперь как идиот вынужден ждать патча первого дня с надеждой, что он не сломает то, что хотя бы работает. Первые пару часов все было потрясающе. На высоких настройках графики силами 3060 зеленых лученосцев с камушком от AMD 6007 поколения. И знаете в чем прикол? На 3070 Ti, согласен, там у меня камень старший, синий 77720, но блин, это все еще хорошие карты. Или я чего-то не знаю. И все это, как вы понимаете, в моих любимых 2К. На ноутбуке игра записана на SSD, на компе навалена на жесть, но ни одна из систем не может тянуть игру с графикой узника Азкабана, у меня просто горит кресло. До основного релиза осталось недолго, и быть может мы получим патч, после чего все будет в порядке. Не знаю, как у других людей, как на консолях, но получив огромную кучу эмоций, я был брошен через плечо в текстуры десятилетней давности. Атмосфера, мое почтение. Первый час даже особо не обращаешь внимания на графику. Просто волшебство вокруг, не иначе. Возможно, из-за дико трепетного ожидания. Куча, нет, огромная гора мелочей, которыми я не могу наслаждаться из-за оптимизации. Так, все, проехали. Нет, просто даже с убитыми в ноль текстурами игра не хочет держаться хотя бы в полтинник кадров. Я что, многого прошу? Полагаю, что это последний раз, когда взял игру до выхода. В эту игру сыграло мое слепое фанатство. Я буквально впитывал весь контент, который выходил до релиза проекта. Я видел рекомендуемые железки, именно это стало причиной установки игры на ноутбук. Моему разочарованию нет предела. Да, если что, я понимаю, что с играми на релизе такое бывает, но от этого не легче. Тот же самый второй гаснущий свет уже год не могут починить. Сюжет про такую, не такую, это самое обычное дело в любой истории. На мой скромный взгляд, в контекст данной игры это вписывается. Тем более, что вся вселенная построена на этих таких, ни у кого не так. Многих секретов истории я еще не знаю, потому что мне больно играть. Так, успокойся, пиши обзор на игру, в которую ты даже не можешь поиграть. Что-то слишком много текста получилось, как и у сценаристов игры. После эпичного вступления нас заваливают горой экспозиции, но знаете что? Это совершенно не бесит. Игра ведет тебя за ручку, чтобы ни один криворукий Данил не мог не справиться. Very good. Not to worry. Посещать уроки, изучать новые заклинания просто уф. В большинстве ситуаций вызывает глубокое чувство ностальгии. Игра только вышла, и откуда ему взяться? А вот. Такое бывает, когда ты растешь на этой роскошной, да, не идеальной, но такой любимой волшебной истории. Приятная музыка на фоне обнимает твои ушки, и ты не хочешь отрываться, но вынужден, потому что фризы. Почти вся музыка идеальна, кроме Хогсмита. Когда ты там проводишь порядочно времени, начинаешь медленно сходить с ума. А когда мой взор упал на цены, я понял, добро пожаловать в фарм. И я бы с радостью, но игра решила, что я не достоин получать удовольствие. Честно, я хочу ее любить, я хочу проводить в ней время, но этому нужно время. Так что если вы еще не купили, будьте готовы. Ждем патч. А что же тогда заставляет меня верить в игру и почему хочется вернуться? Это замок. Это глубокая атмосфера, это Хогсмид, это огромная карта, которую я обязан изучить вдоль и поперек. Все выглядит очень богато, в
Все эти мраморные полы, огромные просторы, живые картины, привидения и даже куст во дворе меняет свою форму. Это же магия. Смотри, тут лейка сама поливает. О, а тут каменный дракон на стене ожил и даже стреляет каменным огнем. О, это миссис-боевка, которую я не могу пройти полчаса. Это же чистейший соул, в который я никогда не играл, но со злов с Локтора этого он и есть. Даже несмотря на это, боевка меня очень радует. Надо лишь привыкнуть и не сломать в попытках пальцы. Бесконечно приятно изучать замок, ибо левел-дизайн выше всяких похвал, несмотря на старые технологии. Делали это люди с прямыми руками. Мало того, что вам за тягу исследований насыпают опыта, так еще и расширяют лор. Казалось бы, куда еще? Но они смогли. И вся эта фанатичная любовь создателей к вселенной, которая отражается в мелочах, расставливает мое сердечко. Я рад, что игра не получается полным мусором. Надеюсь, дальнейшее приключение не разочарует меня, и я смогу окунуться в этот теплый мир, который, несмотря на отвратительную оптимизацию, сделан с любовью. Это чувствуется во всем, когда гладишь кота, когда слышишь гул странных цветов, когда неспешно прогуливаешься в окрестностях замка, когда доспехи при виде тебя резко перестают двигаться, чтобы ты не заметил этого. Это же прямо все из книги сюда перекочевало. И напоследок хочется добавить, что если мне дают возможность выбрать внешний вид героя, это совершенно не сбивает погружение. Я все еще понимаю, что это игра. Если игра дает возможность выбрать пол 1 или пол 2, я только за. Мне все же приятнее смотреть на девушку. Потного мерзкого мужика я и так вижу каждый день в отражении. Все головоломки и пазлы — наследники тех самых игр с плойки из глубокого детства. Хорошо, что за пример взяли именно Узника Азкабана, а не Орден Феникса или, упаси Мерлин, Кубок Огня. И самое главное, я назову видео «Провал года», просто потому что могу. Спасибо за просмотр, пишите, если есть что, тыкайте куда надо, у вас получится, и увидимся, когда увидимся на Snorin Cat Play. Акцию просмотры!